Дмитрий Анатольевич, что согласились ответить на наши вопросы, в том числе вопросы грузинского телеканала ПИК. Август 2008 года, российско-грузинская война, это произошло 3 года назад, но последствия ее до сих пор вполне ощутимы, несмотря на то, что она продлилась всего 5 дней. Мы сейчас находимся в Сочи, отсюда Грузия всего в нескольких километрах, до Абхазии рукой подать. Но я не могу поехать в Абхазию, потому что меня просто не пропустят, я грузинка, и не пропустят меня российские пограничники. В таком же положении оказались 500 тысяч беженцев, которые, к сожалению, не могут попасть в свои дома. Как бы вы, Дмитрий Анатольевич, могли помочь этим людям? Я думаю, что помочь им можно, но для этого нужно прежде всего сделать так, чтобы, наконец, воцарился мир. И чтобы абхазы, грузины, осетины могли находиться в нормальном, полноценном диалоге. И тогда можно разрешить самые сложные вопросы. И вопросы беженцев, и вопросы проезда, пролета. Потому что это все прикладные вещи, применительно к тому конфликту, который, к сожалению, произошел практически вот в эти же даты в 2008 году. Поэтому нормальная дипломатическая работа, переговоры и возможность слышать друг друга. Вот что необходимо для того, чтобы разрешить эти проблемы. Ну и плюс, конечно, признание реалий. Признание тех реалий, которые сложились в регионе в результате той авантюры, которая случилась в 2008 году. Давайте тогда вернемся к событиям 2008 года. Тогда, в 2008-м, вы встречались с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Произошло это в Петербурге. Тогда сложилось такое ощущение, впечатление в Тбилиси и в Москве, что достигнут некий консенсус, что этот конфликт не дойдет до горячей точки. Ощущение такое было, повторю, в Москве и в Тбилиси. Вы не могли бы рассказать, вы тогда договорились о чем-то с президентом Грузии? Знаете, Екатерина, у меня тоже было такое ощущение. Вот у меня до сих пор это в памяти, как мы встретились первый раз с президентом Саакашвили. Это было в Петербурге. Мы встретились в Константиновском дворце, он пришел, я ему сказал буквально следующую фразу. Я говорю, вы знаете, есть очень много проблем сейчас в регионе, в Грузии, у Грузии с непризнанными вот этими территориальными образованиями. Но я просто могу вас заверить, как новый президент Российской Федерации, что я сделаю все для того, чтобы вы постарались найти какие-то компромиссы, которые устроят всех, которые в конечном счете способствовали бы реинтеграции пространства Грузии. Вот что дословно я ему сказал. Если, конечно, это будет привлекательно для всех, кто находится в переговорах. Значит, я услышал на это, что да, конечно, мы готовы работать. Значит, и у меня тоже сложилось впечатление, что можно, ну, если не новую страницу открыть, то, во всяком случае, постараться найти какие-то новые нестандартные подходы. Но самое главное, регулярно общаться. Что происходило дальше? Мы общались, и, значит, разговаривали. И, насколько я помню, последний раз наша встреча состоялась в Астане. Значит, в чем она заключалась? Мы тогда договорились о том, что мы сядем и по-серьезному поговорим. Где? А вот здесь, в Сочи. Я ему сказал, приезжайте в Сочи, мы спокойно поговорим о всех проблемах. Потому что он начал перечислять свои какие-то сложности или свое там видение ситуации. Я ему сказал о российском видении. Но с учетом того, что это было на праздновании годовщины Астаны, я ему сказал, приезжайте в Россию. Он сказал, хорошо. Я готов это сделать. Могу вам сказать откровенно, я после этого месяц проверял, есть ли от нашего грузинского партнера какая-то информация. Ее не было. Значит, но зато в Грузии в этот период зачастили, как принято говорить, было в советские времена, эмиссары из-за океана. Значит, и для меня достаточно таким очевидным моментом, я потом это анализировал, естественно, неоднократно, был визит в тот период государственного секретаря Соединенных Штатов, Кондолизы Райс. Значит, после этого мой коллега просто ушел со связи. Он просто перестал общаться, перестал писать, перестал звонить, там, выходить на связь. По всей вероятности, возникли новые планы, и они были реализованы.
Дмитрий Анатольевич, правильно ли я вас понял, что вы считаете теперь, что визит госсекретаря США это было подталкивание президента Саакашвили к развязыванию конфликтов, что Соединенные Штаты специально двигали в эту сторону? Я так не считаю, потому что Соединенные Штаты все-таки очень крупная страна, которая возглавляется прагматичными людьми. Но в политике очень важны оттенки и нюансы. Я как-то говорил, что когда я, еще будучи руководителем администрации президента, приехал в Белый дом и встречался, кстати, с той же самой Конди, с тем руководителем аппарата президента, пришел Джордж Буш. Ну, так у нас принято. Привет, привет, зашел. Значит. Первое, что он мне сказал, говорит, а Миша, говорит, Саакашвили хороший парень. Я говорю, господин президент, я не знаю, я с ним не знаком, может быть, познакомлюсь. К сожалению, его слова оказались в плохом смысле пророческими. Это была первая фраза, подчеркиваю, которую я услышал в личном общении от Джорджа Буша. Так вот, я не считаю, что американцы подталкивали грузинского руководителя к агрессии. Но я думаю, что определенные нюансы, определенные акценты, слова о том, что пора восстановить конституционный порядок, пора действовать более решительно, они могли возбудить совершенно очевидные надежды, что при возникновении любого конфликта американцы нас не бросят, они вступятся, они в конце концов там войну устроят с русскими. Вот, поэтому я все-таки связываю этот визит и последующие события, как и мое общение последующее с главой Белого дома, телефонное, ну и потом уже личное общение. Значит, зеленого света не было. Вот это очень фраза, которую часто повторяют, анализируя войну 2008-го, все время говорят, был, наверное, зеленый свет из Вашингтона. Но для того, чтобы это сказать, нужно иметь как минимум официальные или агентурные данные. Значит, у меня их нет, но мы все умеем анализировать. После визита Кондолизы Райс мой коллега общаться перестал. Может быть, это случайное совпадение, но у меня есть практически полная уверенность в том, что в этот момент возник план по соответствующей авантюре, которая случилась в августе. Дмитрий Анатольевич, президент Саакашвили говорит о том, что на самом деле Россия задолго до августа 2008 года готовилась к войне, в частности, цитирует тогдашнего президента, вашего предшественника Владимира Путина, о том, что мы вам устроим Северный Кипр, это цитата. По словам Саакашвили, вы были в руководстве России, вы можете подтвердить, что такие вещи обсуждались или опровергнуть? Да чё ж это все собачье. Господин Саакашвили много чего говорит, он вообще речь свою зачастую не контролирует. Значит, естественно, ничего подобного не обсуждалось, потому что я в руководстве страны уже нахожусь практически больше 10 лет. Это первое. И второе, вы знаете, конфликт никогда никому не нужен. Вот тот, кто скажет, что при помощи конфликта можно чего-то решить, тот врет. Конфликты ни к чему хорошему не приводили. И если бы удалось предотвратить этот конфликт, это было бы на пользу всем. И прежде всего, конечно, на пользу Грузии. Значит, и вот то, что этого не случилось, это, к сожалению, большая трагедия. И ответственность за эту трагедию, к сожалению, на мой взгляд, несет только один человек. Так просто устроена государственная машина. Это президент Грузии. Дмитрий Анатольевич, ну ведь в любом случае война – это в первую очередь поражение дипломатии. Анализируя ситуацию спустя 3 года, что бы вы сделали бы по-другому? Что не смогла сделать Россия, чтобы предотвратить войну, избежать войны? Вы знаете, я могу прямо сказать, если бы я понимал, скажем, в июле месяце, что в воспаленном мозгу господина Саакашвили зреют такие планы, я, может быть, более жестко бы с ним разговаривал, старался бы его вытащить из его, так сказать, вот этой ситуации, которая сложилась у него там, вытащить его в Россию, в третью страну, для того, чтобы с ним поговорить, для того, чтобы хотя бы отговорить его. Но этого я, естественно, не знал. И поэтому, когда все это произошло, знаете, несмотря на то, что мы понимали, что есть различного рода намерения силой восстановить территориальное единство страны, использовать войска. Но я думал, что это параноидальный сценарий, который никогда не будет реализован. Всегда же надеешься все-таки на то, что разум будет сильнее, чем аргументы вот такого порядка. Именно поэтому я уже неоднократно об этом говорил. То, что произошло 8-го, было для меня удивительным.
потому что я понимал, что тем самым Саакашвили лично растерзал свое отечество. И вот это самое страшное для него и для грузинского народа. В интервью Алексею Венедиктову он сказал, что как раз во время вашей последней встречи в Астане вы его избегали. И ему стало ясно, что конфликт неизбежен. Да, ну что я могу сказать? Во-первых, его трудно избегать, потому что он липкий. Значит, и если он хочет пристать, то он пристанет как следует. Он ко мне подходил несколько раз. Мы с ним разговаривали, я отлично это помню. Сидя в автобусе, гуляя там по какому-то парку. Я даже больше скажу. Мы потом пошли попить вечером чайку и по бокалу вина. Значит, и даже там мы сидели с ним на каком-то диванчике и обсуждали, как встретиться. Поэтому это сказки. Пусть они останутся на его совести, как и многое другое. Дмитрий Анатольевич, говоря о Саакашвили лично и вообще о грузино-российских отношениях после 2008 года, они, в общем-то, не развиваются вообще, их нет. И при этом понятно, что в некоторой степени это зависело от каких-то личных отношений лидеров. Президент Грузии Михаил Саакашвили недавно официально предложил диалог без предварительных условий. Почему вы отвечаете отказом, если учесть, что Саакашвили является законно избранным президентом этой страны? Только потому, что Саакашвили совершил преступление по отношению к Российской Федерации и к ее гражданам. По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу, и поэтому я с ним общаться не буду. Хотя он периодически пытается подмигивать в различных международных коридорах и так далее. Значит, со всеми другими, пожалуйста, никаких проблем я не вижу. Мы можем общаться на любые темы. В рамках, конечно, того международно-правового статуса, который сложился в регионе, в рамках тех решений, очень тяжелых и непростых для меня, которые я принимал. Но для меня он фигура не рукопожатная. Значит, я понимаю, что он законно избранный президент Грузии. Только грузинский народ может ставить ему оценки, выносить ему вердикты. В любом случае, я уверен в одном. Рано или поздно Михаил Саакашвили не будет президентом Грузии. Потому что таковы законы политической жизни. И в этом случае у нового президента, кто бы им ни был, появится возможность наладить нормальные, продуктивные отношения с Россией. Более того, я сразу хочу сказать, для меня самого очень больно, что между нашими странами нет нормальных отношений. Потому что мы очень близкие страны, очень близкие народы. Если бы не эта идиотская авантюра, то даже очень такой сложный политический процесс, который происходил тогда, можно было тянуть еще годами. И в конце концов вырулить на приемлемое, наверное, для всех решение. Для грузин, для жителей Абхазии, для жителей Южной Осетии. Именно этого я ему никогда не прощу. И я считаю, что свою оценку ему должен дать грузинский народ. Но сделать это демократическим способом. Завершая разговор о нем, могу сказать одну вещь. Он вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой президент. Господин президент, у нас как раз куча вопросов по этому поводу. Куча? Ну, кучу не надо, несколько. Я уже сказал почти все. Почему вы не дошли до Тбилиси? Значит, вы знаете, я считаю, что цель той операции по принуждению к миру, которая продолжалась 5 дней, она была выполнена. Целью этой операции не был захват Тбилиси или какого-то города. Значит, нужно было просто остановить агрессию, которую развязал Саакашвили. Более того, я не судья и не палач. Еще раз подчеркиваю, оценку Саакашвили и его судьбу должен определить народ при помощи голосования. Ну или другим способом, как иногда это происходит в истории. Но в мои планы и тогда не входило, и я сейчас об этом могу откровенно сказать, я считаю, я правильно поступил, низвержение Саакашвили силовым способом. Угу. Еще один вопрос. Хотя это сделать было очень просто. Еще один вопрос. В Европе все-таки считают, что первоначальный ответ России, он, конечно, был оправдан целями защиты. Но последующие действия российских войск были чрезмерными. Действительно, почему все-таки нельзя было выдавить грузинские войска из Южной Осетии, ограничиться этим? Вы знаете,
все эти рассуждения, они, конечно, вполне возможны, я их неоднократно слышал, но поставьте себя, попробуйте поставить себя на место верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами, а именно мое место. Можно, конечно, было выдавить и остановиться, но что мы слышали? Мы сейчас, так сказать, отойдем на какие-то прежние порядки, американские друзья и некоторые другие нам помогут довооружиться, восстановить самолеты, еще что-то, и мы с удвоенной энергией продолжим ту операцию, которая была. Но это было бы просто преступление по отношению к памяти тех, кто погиб, защищая свою землю. Значит, именно поэтому задача была в том, чтобы в тот момент демонтировать, разрушить военную машину Грузии, для того, чтобы она не могла наносить удары по мирным жителям, по жителям Абхазии, Осетии и Российской Федерации, потому что, вы знаете, там все намешано. Господин президент, вот вы сейчас говорили об операции по принуждению к миру, а передо мной всплывает, извините, сегодняшний день, это Ливия и это Сирия. Когда возможно, как вот вы для себя, вот здесь можно принуждение к миру, здесь Каддафи Россия пропустила, а вот на Сирию возложила эмбарго. Вот когда вы принимали решение по Грузии, теперь, как вы вот разложите это? Алексей, знаете, это очень... всегда индивидуальная вещь, потому что не бывает одинаковых стран, не бывает одинаковых ситуаций. Что происходит в Ливии, я думаю, вам понятно. В Ливии есть человек, который 40 лет правит страной, и который в какой-то момент решил применить силу против собственного народа, что было осуждено всем человечеством и Российской Федерацией. Значит, мы не принимаем участие в этой военной операции, значит, но, тем не менее, ряд стран пытается наводить там порядок военными возможностями. То есть мы не считаем это правильным. Но там есть один нюанс, о котором необходимо помнить. В отличие от Грузии, которая, ну что там скрывать, к тому моменту распалась на три части, и задача была в том, чтобы склеивать, не просто восстанавливать конституционный порядок, а в том, чтобы склеивать страну, если это было возможно. Ливия пока ни на что не распалась. Там есть такая угроза, но пока все, и повстанцы так называемые, и каддафисты, сторонники действующего лидера ливийской революции, они все выступают за единство собственной родины. Это несколько разные вещи. Но я об этом говорю не в смысле того, чтобы, так сказать, объяснить, почему так, почему сяк, а просто для того, чтобы проиллюстрировать, все ситуации, все модели абсолютно разные. То же самое касается других стран. А Сирия? Значит, Сирия, вы знаете, это более сложная тема, но в Сирии ситуация, к сожалению, пока идет очень драматическим путем. Мы все, реальные политики, должны следить за тем, как развиваются события. Значит, Каддафи в какой-то момент отдал максимально жесткие указания по уничтожению оппозиционеров. Нынешний президент Сирии, он таких указаний не отдавал. К сожалению, там гибнут люди в большом количестве. Это вызывает наше огромное беспокойство. Поэтому и в личном общении с ним, и в тех письмах, которые я ему направлял, я провожу одну идею. Нужно срочно проводить реформы, мириться с оппозицией, восстанавливать гражданский мир и создавать современное государство. Если он не сможет это сделать, его ждет печальная участь. И в конечном счете нам тоже придется принимать какие-то решения. Мы тоже, естественно, наблюдаем за развитием этой ситуации. Она меняется, как меняются и какие-то наши ориентиры. Тогда позвольте более жестко. Чем отличается то, что Саакашвили делал в Цхинвале, от того, что в 99-м году Россия делала в Грозном? Да, это, так сказать, вопрос, который довольно часто я слышу. Значит, дело в том, что в Грозном Россия не занималась тем, чем занималась в Цхинвале. Мы занимались обычными вещами. Мы просто наводили порядок. Мы не занимались уничтожением собственного народа. Народа, который формально входил тогда в территорию Грузии. Значит, мы боролись с бандитами. С теми людьми, которые под различными лозунгами, иногда псевдоисламскими, иногда просто абсолютно экстремистскими, боролись с конституционной властью. Ничего подобного не в Цхинвале, ни в Абхазии мы, естественно, не видели. Потому что там уже давно существовали анклавы, в которых были собственные правительства, которые сами себя провозгласили государствами, и в которых более или менее обеспечивался правопорядок. Это принципиально разные ситуации. Дмитрий Анатольевич, давайте тогда по цифрам. Той же войны 2008 года, тогда
представители, официальные представители Российской Федерации, а также представители де-факто властей Южной Осетии, заявляли о том, что в Цхинвале погибли 2000 человек. Была озвучена такая цифра. Позже Следственный комитет Генпрокуратуры Российской Федерации заявил о том, что погибших до 150. А ведь именно эта цифра, 2000, она была одним из основных аргументов при начале так называемой операции по принуждению мира. То есть в этом случае, как бы вы сейчас оценили по прошествии 3 лет разницу в цифрах? Ну, вы знаете, я неоднократно рассказывал, как я принимал это решение. Я никакими цифрами не руководствовался. Это, знаете, ну какая тут может быть арифметика? Я напомню, что происходило. В ночь 7 на 8 число мне позвонил министр обороны. Я как раз двигался по Волге, был в отпуске. И вообще вся, кстати, планета была в предвкушении Олимпиады, которая была в Китае. Да? И сказал, что наш грузинский сосед начал активные боевые действия. Я честно скажу, абсолютно предельно откровенно, я вначале очень засомневался. Я говорю, знаешь, надо проверить. Он что, совсем сумасшедший? Сбрендил, что ли? Ну, может быть, это просто провокация какая-то. Он испытывает на прочность этих осетин там, значит, и пытается что-то, так сказать, там нам показать. Проходит час. Он говорит, нет, они уже ударили всех орудий. Они используют там град, еще что-то используют. Значит, я говорю, ну хорошо, значит, жду новую информацию. Еще какое-то время проходит. Он говорит, знаете, я хочу вам доложить. Они только что уничтожили палатку с нашими миротворцами. Всех насмерть положили. Что я должен сделать? Я сказал, открывайте ответный огонь на поражение. Никаких цифр в этот момент не фигурировало. Это, к сожалению, всегда на уровне вот таких прямых докладов и прямых очень сложных решений. Я могу вам сказать, это была самая сложная ночь в моей жизни. Цифры о количестве погибших, они появились потом. Они действительно разнились и до сих пор разнятся. Я не следователь, я не эксперт, я не занимаюсь эксгумацией трупов. Значит, наши осетинские друзья, коллеги говорят, что значительное количество трупов было захоронено, до сих пор не найдено. А грузинские аналитики оперируют другими цифрами. Но знаете, мы вообще не должны вот так рассуждать. Вот 2000 достаточно, а 150, об этом можно забыть. Это разве жизни? Подумаешь, там 150 человек. Но речь здесь идет о том, что были эвакуированы многие жители Цхинвали тогда. Об этом, собственно, потому что знали в Южной Осетии. Я думаю, что кто-то мог и уехать, безусловно. Но я просто, отвечая на ваш вопрос, говорю, что количество погибших никогда для любого нормального человека не должно быть критерием того, что он собирается предпринять в ответ. Дмитрий Анатольевич, вы сказали о том, что вы дали команду на открыть огонь ответный, но дальше началась операция, дальше пошло тяжелое вооружение, началась война. Скажите, пожалуйста, как вы принимали решение о продолжении операции? Да? И такой вопрос, который задают, извините, наши коллеги все. Кто кому позвонил? Вы, Владимир Владимирович, в Пекин или он вам из Пекина? Как вы с премьер-министром согласовывали? Вы знаете, вот по-честному сказать, никто никому не звонил. Мы с ним связались спустя сутки. Спустя сутки? Я уже все приказы отдал. Там уже вовсю все полыхало. Владимир Владимирович просто выступил с заявлением о том, что мы категорически этого не приемлем. Ну, естественно, правильно поступил. Спустя сутки мы только с ним связались, поговорили по закрытой связи, потому что такие вопросы, как вы понимаете, их все-таки по радиотелефону не очень хорошо обсуждать, а с другими странами эта связь организуется там не очень просто. Спустя сутки мы поговорили, потом он вернулся, мы уже, естественно, какие-то вещи обсуждали, но еще до его возвращения я собрал совбез, объяснил свою позицию, почему я принял решение открыть ответный огонь и вступить в этот конфликт. Члены Совета Безопасности меня поддержали. После этого, значит, я собрал всех в Сочи, ну, там уже был и Путин тоже. Вот, собственно, таким образом. В этой связи появляется сразу фигура господина Саркози, который тогда возглавлял Европейский Союз. Не могу Совет. О нем говорить без улыбки, в отличие от другого коллеги, которого мне до этого приходилось обсуждать. Потому что он меня вызывает симпатию. Понятно. Есть версия о том, что именно Саркози уговорил вас остановить продвижение российских войск в сторону Тбилиси. Нет, конечно. Ни один иностранный руководитель не способен уговорить другого. Вон, весь мир пытается уговаривать Каддафи. И что, уговорили? И не уговорят. Он скорее умрет там в этой землянке своей. Нет, значит, я еще раз подчеркиваю, у нас никогда не было цели, значит, брать какие-то города или еще что-то. Речь шла только о том, чтобы остановить военную машину, которая в тот момент была направлена против двух отколовшихся территорий,
и против наших граждан, к сожалению. А Саркози сделал очень добрую вещь. Он позвонил мне и говорит: слушай, вот там у вас конфликт, давай я прилечу. Я говорю: ну, я буду рад тебя видеть. Я сейчас председательствую в Евросоюзе, я могу приехать, может быть, мы о чем-то порассуждали бы. Ему нравится это. Он в этом смысле человек умелый. Он приехал, мы с ним поговорили, я ему объяснил свои резоны. Он сказал: да, я с тобой согласен, здесь действительно вот это так и так. Но я, говорит, какие-то вещи могу сказать вслух, какие-то не могу. Вот. Но, тем не менее, я хотел бы внести свою лепту в то, чтобы остановить этот конфликт. Я говорю: хорошо, давай согласуем определенный план, который впоследствии назвали план Медведева-Саркози, и с этим планом ты поедешь в Грузию, значит, и предъявишь его. И, может быть, самое ценное, что он сделал, он не побоялся приехать в Россию в тот период, когда действительно, ну, только ленивый не рассуждал о том, что мы сделали. Он не побоялся поехать в Грузию с нашими предложениями. И в целом получил достаточно удовлетворительную реакцию со стороны грузинских властей, прежде всего самого Саакашвили. В этом его вклад в наведение мостов и в решение этой задачи. Я ему до сих пор за это признателен. Он действительно сыграл очень важную роль. Но, конечно, он не говорил: вот знаешь, вот нужно здесь остановиться. Он понимал, что, ну вот, как я считаю целесообразным сделать, я так и буду поступать. Значит, но, конечно, его задача была остановить все это как можно быстрее. Господин президент, вот по мнению западных аналитиков, признание Абхазии и Южной Осетии, ну, оно не совсем соответствовало духу соглашения о перемирии Медведев-Саркози. Значит, там говорилось, что после окончания войны российские войска возвращаются до довоенных позиций. А Россия же, признав эти два государства, оставила свои войска там. Теперь в Абхазии, в Южной Осетии есть российские военные базы. Вот интересно, а как отреагировал на это ваше решение Саркози, собственно, соавтор? Ну, я, знаете, не хочу на него вешать бремя ответственности за тот указ, который я подписал. Он никакой не соавтор, конечно, решения о признании. Нет, не признание. Да. Значит, более того, я могу вам сказать, что я, конечно, с ним этого не обсуждал, потому что, ну, это не предмет его визита, и, собственно, он этим и не занимался. Значит, конечно, не буду скрывать, и он, и некоторые другие мои партнеры по Евросоюзу, они говорили, что напрасно вы это делаете, вы создаете для себя проблемы и так далее. Я, естественно, это все слышал, но решение, которое я принимал, объяснялось другим, конечно, не реакцией моих партнеров. Что касается плана Медведева-Саркози, он вообще не по этому поводу. План Медведева-Саркози о том, как остановить войну, о том, как остановить вот ту проблему, которую создала авантюра Саакашвили. И в этом смысле я считаю, что этот план сработал. Российская позиция, она проста. План Медведева-Саркози, а, удался, б, выполнен на 100%. Все другие интерпретации я не слышу. Нет, потому что считаю их неверными. Извините, французская сторона, недавно и премьер-министр Фион, и президент Саркози говорят о том, мы все ждем от Дмитрия Медведева, что он закончит выполнение плана Медведева-Саркози. То есть он выведет войска на довоенные позиции. Уважаемые друзья, могу вам сказать одну вещь. Значит, есть позиция Франции, есть позиция Евросоюза. Она по этому поводу отлична от нашей. С этим ничего не сделают, мы действительно здесь не сходимся. Я считаю, что я выполнил план Медведева-Саркози на все 100%. В этом плане нигде не говорилось о том, что мы не будем признавать Абхазию, Осетию или, так сказать, каких-то других вещах. Что касается отвода войск, то он произошел. На довоенные позиции. Да, и вот в этом смысле на довоенные позиции в понимании российской стороны. В продолжение темы Евросоюза и позиции Запада относительно этого конфликта, помимо того, что США и Европейский Союз критикуют Россию, да, за невыполнение плана Медведева-Саркози, кроме этого, Сенат Соединенных Штатов совсем недавно, на днях, сделал официальное заявление, равно как и Европейский парламент, они считают действия России на территории Грузии, в Абхазии, Южной Осетии, оккупации 20% территории Грузии. Вы, Дмитрий Анатольевич, либеральный лидер. Все-таки как вот вы оцениваете такую формулировку «оккупация»? Ну, я думаю, что вам мой ответ приблизительно понятен. Мой ответ как либерального лидера современной развивающейся России. Я думаю, что эти формулировки Сената ни на чем не основаны. Они отражают вкусовые пристрастия отдельных престарелых членов Сената, которые в силу
субъективных причин симпатизируют тем или иным людям. Это их дело, это иностранный парламент. Мне до него нет абсолютно никакого дела, скажем так. Мне безразличны их формулировки. Я же считаю совершенно иначе. И моя позиция, она заключается или выражена, скажем так, в тех указах, которые я подписал в этот очень трудный период. Могу сказать предельно откровенно, хотя, наверное, здесь у нас с вами разные позиции, мне не стыдно за эти указы. Не только не стыдно, я считаю, что это были абсолютно правильные и необходимые в этот момент решения. Потому что иначе эту трагедию невозможно было остановить никак. Это были очень сложные решения. Я понимал, на что я иду. Я могу вам прямо сказать. Я даже когда обсуждал это с разными людьми, с своим ближайшим окружением, они говорят, ну, давайте подумаем там. То есть, вот не было такой ситуации, когда все говорят, ну, вот давай, вот это вот абсолютно, так сказать, правильная вещь. Значит, это все родилось в процессе обсуждения. Но я считаю, что вот то решение, которое я тогда принял, оно было абсолютно четким и выверенным. И в этом смысл того, что было сделано. Признать международную правосубъектность новых территорий для того, чтобы их защитить. Что касается будущего, а это всегда тот вопрос, который следует за этим, его не знает никто. Знаете, я же не могу не только запретить, а я буду очень рад, если, скажем, руководство Грузии, руководство Абхазии и Южной Осетии сядут за стол переговоров и будут думать о том, как они будут жить дальше, как в регионе будет обеспечиваться мир и правопорядок, какова судьба очень близких народов, что они могут потенциально когда-нибудь создать. Значит, это их дело. И если когда-нибудь до этого дойдет, я буду счастлив. Россия этому никогда препятствовать не будет. Анатольевич, вот коллега спросила вас про реакцию Сената США и Европейского парламента, а я вас спрошу про реакцию наших партнеров по ДКБ и по СНГ. Значит, ну, ни одна страна, входящая в ДКБ, ни одно государство, входящее в СНГ, ни одно государство, по-моему, входящее в ШОС, то есть наши союзники и партнеры, которые себя так сами называют, не поддержали это решение, не признали. Что вы, вот, когда вот с ними говорите на эту тему, вот, что вы ощущаете? Я могу вам рассказать, я, по-моему, даже об этом как-то говорил, но скажу еще раз. Когда это все произошло, я соврал у ДКБ, позвал своих товарищей, и говорю, вы знаете, вот такое очень тяжелое решение мне пришлось принять, я вам прямо говорю, я от вас ничего не жду, потому что я понимаю, сколь сложными для вас будут подобные решения. У многих из вас есть территориальные проблемы. У всех у вас есть экономические проблемы. Мы все живем в довольно таком сложном, взаимодополняемом мире. Поэтому я вас ни к чему не призываю. А наше решение окончательное и бесповоротное. Но это не значит, что я к вам обращаюсь с просьбой признать эти новые субъекты международного права. Признаете – ваше дело. Не признаете – ничего в нашей позиции не изменится. И потом, вы знаете, все-таки я хоть и молодой, и либеральный президент, но у меня некоторый опыт есть. Я прекрасно понимал, что после этого признания не так много будет государств, которые пожелают признавать вот эти сложившиеся реалии. Но это уже как бы другая история. Посмотрите, Дмитрий Анатольевич, это же пример, скажем, для Нагорного Карабаха. Не даете сказать. Нет, и наоборот. Я просто хочу эту тему, может быть, завершить таким вот современной духом. Вы непосредственно лично вовлечены в переговоры по Нагорному Карабаху. Девять раундов консультаций. И ничего, да? Угу. Кажется, последняя консультация тоже ничего. И вот я думаю, как смотрит на это руководство Армении и Азербайджана, на историю с Абхазией и Осетией, я же про это спрашиваю. Там, что должны сделать эти две страны? Там, вернуть районы? Очень хороший вопрос, Олег. Вы знаете, вот когда это произошло, оба руководителя, и президент Алиев, и президент Сарксян, бывали здесь же, в Сочи. И они, знаете, мне что сказали? Говорят, плохо, конечно, все это произошло. Для Кавказа, конечно, это тяжелая вещь. Я говорю, очень плохо. Но вы знаете, говорит, вот для нас это определенный урок, что лучше вести бесконечные переговоры о том, какова судьба Нагорного Карабаха. Значит, будет ли там референдум когда-то, как нам готовить мирный договор, чем провести вот эти 5 военных дней. Это был для них очень серьезный урок. И мне кажется, это очень показательная вещь.
Почему? Потому что, если возвращаться к тому, что произошло тогда, ведь если бы, ну, хоть немного ума достало нашему грузинскому коллеге, мы, может быть, точно так же встречались бы в Сочи, в Казани, еще где-то, и думали о том, каким образом нам искать компромиссы во взаимоотношениях между вот этими частями одного государства когда-то, а сейчас, значит, Грузии и отколовшимися частями. Но это был бы политический процесс. Я не знаю, с какими перспективами. Может быть, никогда бы не договорились. Но, может быть, что-то пришло бы. Может быть, возникла бы какая-то конфедерация. А он взял и порвал свою страну. Вот я считаю, что именно это останется в памяти людей. И это самое главное. Да. Если вернуться к признанию Абхазии и Осетии, вот вы говорите, что вот не будет Саакашвили, и, наверное, возможно, будут договориться. Но если смотреть на ситуацию... Я не сказал договориться. Ну, я сказал, что не будет... Строить отношения. Тогда да? Можно как минимум, восстановить дипломатические отношения, значит, и начать переговорный процесс по любым вопросам. Угу. Кроме тех, по которым у нас уже есть позиции. Но даже по этим вопросам мы можем разговаривать. Угу. Вот в чем проблема. На сегодняшний день в Грузии не найдется ни одной политической силы, которая готова смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии. Мы даже не говорим про Саакашвили, но получается, что и с теми, кто придут после него, у России фундаментальные разногласия. Да, разногласия будут, у меня сомнений нет. Значит, но это будут люди, с которыми можно будет сесть за один стол. А это уже немаловажно. И я уверен, что они не откажутся сесть за один стол, даже несмотря на то, что у нас есть фундаментальные разногласия. Господин президент, а что, если грузинский народ продолжит выбирать вот ту же команду и тот же курс? Вот что будет? Тогда не за Грузию. Это, знаете, я могу сказать нелестные слова в адрес Саакашвили, потому что мне он, в отличие от моего французского коллеги, кажется человеком, который недоступен уважения. Значит, но я не могу обижать народ. Значит, если грузинский народ будет голосовать за ту или иную команду, это будет выбор грузинского народа. Значит, мы будем с этим считаться. Наверное, это будет не в лучшую сторону отражаться на наших отношениях. Но мы будем считаться с тем, что грузинский народ голосует за конкретных людей. Дмитрий Анатольевич, Русская Православная Церковь считает Южную Осетию и Абхазию канонической территорией грузинского патриархата. Почему мнение властей светских и духовных так различается по этому поводу? Ну, потому что светские власти – это светские, а духовные – это духовные. А светские власти принимали решения под влиянием очень тяжелых обстоятельств. Если бы их не было, не было бы этих решений. Значит, что касается духовных властей, у них отдельная ситуация. Я бы не хотел в нее погружаться, это будет просто некорректно с моей стороны, хотя я не буду скрывать, неоднократно обсуждал ее и со святейшим патриархом Кириллом, и святейшим патриархом католикосом Илией II. Мы тоже несколько раз встречались, это обсуждали. Значит, но в этом нет ничего удивительного, потому что очень часто канонические территории церкви не совпадают с географическими границами государств. Ну, слушайте, у нас абсолютно разные государства, теперь Россия и Украина, но Украинская Православная Церковь Московского Патриархата действует там. Дмитрий Анатольевич, вопрос про Южную Осетию. Смотрите, там 95% жителей Южной Осетии являются российскими гражданами. На выборах президента, извините, в 2008 году 90% жителей Южной Осетии проголосовали за президента Медведева. Они получают, соответственно, выплаты из пенсионного фонда, да, и так далее. Они российские граждане. И в этой связи мы понимаем, что осетины в любом случае разделенный народ. Наследство Сталина, Северная Осетия и Южная Осетия. Увы. Обсуждалось ли в руководстве России, мы сейчас об этом говорим, возможность объединения Северной и Южной Осетии, вступления Южной Осетии в Россию? Как вы вообще относитесь к возможности такой процедуры? Вы знаете, я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент для этого не существует. Конечно, невозможно предвосхитить то, что будет в будущем. Возможно, различное развитие событий. Но если говорить о текущей ситуации, то, на мой взгляд, ни юридических, ни фактических предпосылок для этого нет. И, собственно, с этим были связаны мои указы о признании
новых субъектов международного права, а не о чем-то другом. И мне кажется, что это нормальный путь развития добрососедских, дружеских отношений между Российской Федерацией и Абхазией и Южной Осетией. Это нормальный путь. То есть то, что все жители Южной Осетии российские граждане и голосуют за президента Медведева, это не является юридической предпосылкой для вхождения это в состав Российской Федерации. Как минимум создает определенную ситуацию на территории Южной Осетии, но я не знаю, например, что будет через 15-20 лет, какими будут жители Южной Осетии, сколько там будет граждан России, а сколько будет граждан, собственно, самой Южной Осетии, будет ли у нас двойное гражданство или что-то иное. Поэтому я бы не хотел забегать вперед. Но в настоящий момент, подчеркиваю, правовых предпосылок для этого нет. Но жизнь есть жизнь, она развивается. Дмитрий Анатольевич, вот вы сами сказали, что вы знали, что признание будет происходить очень медленно. Действительно, оно происходит очень медленно, только 3 страны признали на сегодняшний день независимость Абхазии и Осетии. Понятно, что на бытовом уровне это вызывает массу неудобств для граждан этих республик. Например, элементарная поездка за границу может быть проблематичной. Готовы ли вы дать всем гражданам этих республик, помочь им российские заграничные паспорта? Понимаете, если они будут обращаться, они многие обращаются, мы, конечно, будем идти им навстречу, это очевидно. Будем давать паспорта. Если они будут гражданами России, конечно. Вы также сказали, что когда вы принимали это решение, даже ваше близкое окружение вам говорило, что, может быть, не надо, может быть, надо задуматься. И в России, и в Грузии возникает вопрос. Вот с начала окончания войны, да, значит, помощь Абхазии и Осетии была выделена России около 40 миллиардов рублей. Это действительно огромные деньги, которые, может быть, можно было направить на решение каких-то социальных проблем внутри страны. Вот зачем это России? Ну, вы знаете, у нас существует масса программ помощи и поддержки других стран. Это для нас, может быть, сейчас одни из самых близких государств, которые действительно в настоящий момент от нас всецело зависят. Значит, это близкие нам государства, и там живут наши граждане. Мы сейчас с вами об этом говорим. Но уж если мы выделяем помощь государствам, в которых живут иностранные граждане, граждане соответствующих государств, то уж тем более есть смысл выделять деньги на поддержку и развитие обособленных территорий, имеющих международную правосубъектность с нашей точки зрения, где живут российские граждане. Это нормально. Мы раньше вообще черт знает кому помогали. Я имею в виду Советский Союз. Дмитрий Анатольевич, смотрите, вы говорили о том, что необходимо президента Саакашвили привлечь к суду, возможно, международного, если меня не изменять правите. Если я неправильно говорю, вы меня поправьте. Я вообще хотел бы чуть расширить этот вопрос, сказать о допустимости привлечения лидеров государств к международному суду. Вот сегодня начался процесс над Мубараком, мы все видели это, да, суданский, да, международный трибунал. Вот вообще, если говорить об этом, как вы к этому относитесь? Потому что это прецеденты? Да, значит, скажу. Вообще отношусь к этому юридически. Значит, если, здесь уже безотносительно к Саакашвили или кому-то другому, если существует международный трибунал, который создан по инициативе там, одного, нескольких государств, который поддержан международным сообществом, это возможно. Но если это некий волюнтаризм, желание просто решить политические проблемы за счет смещения лидера при помощи международной процедуры какой-то, то я против этого. Ну, вот, собственно говоря, в этом и различие. Если, например, по тому или иному случаю был бы создан международный трибунал, как это происходило в истории человечества, я считаю, что у этого трибунала есть и юридическая компетенция, ну и, если хотите, высшая справедливость чинить суд над главой государства. Но если это чьи-то просто выдумки, высосанные из пальца предложения по изменению политического устройства государства, то я категорически против этого. В этой связи про Саакашвили, считает ли Россия в лице ее президента, что должен быть создан международный трибунал, потому что происходило в августе 2008 года? Вы знаете, если бы спросили меня, то я бы ответил да. Просто потому, что я считаю, что это было вопиющее нарушение норм международного права. Значит, но с учетом того, что вряд ли здесь можно опираться только на позицию России, я думаю, что создание подобного трибунала в настоящий момент нереально. И поэтому окончательный суд будет творить история, а промежуточный суд будут создавать избиратели Грузии. Значит, они должны будут решать, к
как и куда развиваться. Ну, в Грузии сейчас главной проблемой остается наличие 500 000 беженцев. Дмитрий Анатольевич, я хочу, чтобы просто вы это понимали. О другом. Вопрос Всемирной торговой организации очень актуален в последнее время. Россия стремится в ВТО, ВТО хочет, чтобы Россия вступила в эту организацию, но при этом возникает проблема, насколько нам понятно, Грузия является единственной страной, которая блокирует вступление России в ВТО. Начались спекуляции относительно того, что, возможно, Россия таки вступит в ВТО, если будет отменено эмбарго на грузинскую продукцию в России, если будут какие-то другие уступки. Вот вы, господин президент, как вы оцениваете перспективы вступления России в ВТО и насколько реально получить какой-то обмен, да, бартер? Вот вы очень точно выразили эту ситуацию. Вот бартера я бы точно не хотел. Это было бы просто аморально. У Грузии есть отдельная позиция по этому поводу. Ну, как и любая страновая позиция, мы к ней относимся с уважением. Если речь идет о позиции, продиктованной уставными целями Всемирной торговой организации. Торговля, преференции, там, режимы таможенные. Все готовое обсуждать абсолютно. Вино, минеральную воду, пожалуйста. Значит, но сейчас, к сожалению, все упирается в другое. По сути, под тему вступления в ВТО нам наши грузинские коллеги пытаются протолкнуть новое издание политической проблемы. А именно пункты пропуска, кто чего контролирует, давайте позовем туда Евросоюз. Наша позиция простая. Если вы хотите знать о движении товаров, в том числе транзитных товаров, через территорию Осетии, Южной Абхазии, мы готовы такую информацию давать, причем в электронном виде, самым современным образом. Я, кстати, об этом договорился с президентом Швейцарии. А вчера об этом говорил, кстати, с президентом Обамой. В этом смысле мы готовы идти на швейцарские предложения. Но если под марку вступления в ВТО нам пытаются протолкнуть изменения существующих политических реалий, то мы, конечно, на это не пойдем. И здесь даже ВТО не будет той ценой, которая может быть заплачена. Как вы расцениваете, исходя из этих сложностей, возможность все-таки вступления в ВТО в России до конца года? Ну, вы знаете, я считаю, что шансы довольно высокие, потому что мы все на эту тему много работаем. Я возбуждаю своих коллег и внутри страны, значит, и создаю различного рода стимулы за пределами, разговариваю с иностранными руководителями. Я считаю, что если грузинское руководство в данном случае проявит мудрость, а мне кажется, это, кстати, один из тех моментов, который сейчас мог бы стать, но если не поворотной точки, то во всяком случае точкой соприкосновения, вокруг которой можно было бы в дальнейшем начать восстановление сначала нормальных торгово-экономических отношений, а потом уже, глядишь, и дипломатических отношений. Я напомню, мы же дипломатические отношения не прерывали. Это была позиция наших грузинских коллег. Вот. То есть в этом смысле я считаю, что это было бы неплохо. Но здесь шарик на их стороне. Но шансы высокие. Я считаю, что высокие, значит, но, конечно, здесь есть политические преграды. И если они в какой-то момент сработают, то тогда мы можем оказаться отброшенными к началу переговорного периода. Это будет плохо для всех, включая, естественно, само ВТО. Дмитрий Анатольевич, а можно такой бытовой вам вопрос задать? Вот, ну, то, что касается виз, да? Российские граждане, у меня куча друзей, которые каждое лето ездят в Грузию, получают грузинские визы прямо в аэропорту. Я, к сожалению, не могу пригласить ни своих друзей, и даже вот приглашение членов семьи очень проблематично. Есть ли в ваших планах как-то улегчить визовой режим? Ой, да я бы с удовольствием это сделал хоть завтра. Значит, вопрос именно в том, что я сказал до этого. Проблема в том, что нет сейчас субъекта для переговоров. Но вообще-то, если будут разумные предложения, мы готовы это рассмотреть. Значит, не от Саакашвили, но в целом от грузинского руководства мы готовы, естественно, рассматривать и такие предложения. Вы знаете, ведь не так давно мы даже не имели нормального сообщения с самолетами, но сейчас более или менее восстановили, и ничего, все летает, все, так сказать, там движется. Вот надо двигаться и в этом направлении. Мне еще интересует, есть ли у вас лично друзья в Грузии, и бывали ли вы когда-нибудь в этой стране? Вы знаете, у меня в этом смысле ситуация такая. У меня, конечно, есть товарищи, которые из Грузии. Я даже не знаю, где они сейчас. По-моему, все-таки значительная часть
них живет в России. Мы когда-то учились на юридическом факультете. Ну, симпатичные, приятные люди. У меня всегда с ними были прекрасные отношения. Что касается моих личных ощущений, вы знаете, у меня, к сожалению, вот до того, как все это произошло, удалось побывать только в Абхазии. И было это в 1990 году. И вот, собственно, после этого все и началось. Знаете, у меня потом были такие очень, ну, такие мрачные ощущения. Я как раз приехал в Сочи и с своим приятелем поехал в Грузию тогда, единую. Значит, и мы там немножко покатались по Абхазии, посмотрели красивые места, вернулись. И спустя год начались вот эти все очень сложные события. И мне было так жалко. Думаю, такая красивая республика. Люди такие красивые, значит, гостеприимные. И вот из-за всего того, что там происходит, даже поехать нельзя. Это вот были мои первые эмоции в отношении событий, которые начались в начале 90-х годов. Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос по российско-грузинским отношениям, не касающийся, собственно, войны, конфликта. Некоторые западные СМИ пишут о том, что ЦРУ США подтверждает версию грузинской стороны о взрыве у посольства США в Тбилиси. А версия грузинской стороны заключается в том, что организован этот взрыв был российскими спецслужбами, равно как и ряд других взрывов на территории Грузии. Пишут также западные СМИ о том, что некоторые лидеры, опять же, западных стран беседовали с вами на этот счет, если можно подтвердить или опровергнуть. Я уже говорю предельно прямо. Ни один лидер ни одной страны ни разу на эту тему не заикался. Может быть, это немножко будет даже обидно для Грузии, но я вам честно скажу, сейчас вообще эта тема отсутствует в повестке дня моих переговоров с европейскими лидерами. Ее вообще просто нет. Действительно, она была сложной в 2008 году, потому что конфликт и так далее. Сейчас ее просто не существует. Есть один вопрос, ВТО. Да, его мы обсуждаем в основном с американцами, ну, немножко с европейцами. Значит, что касается этих взрывов, это все чушь, вранье и провокация. Дмитрий Анатольевич, Абхазия, каждый ваш ответ вызывает два вопроса. Это очень опасная история. Она связана с чем? Да, Саакашвили начал войну с Осетией, вошел. А, собственно говоря, почему мы признали Абхазию? Грузинские войска не входили в Абхазию, там не погиб ни один человек, там не началась война, но мы признали Абхазию тоже. И там был второй фронт, фактически. Ну, знаете, я думаю, что ответ на этот вопрос абсолютно очевиден. Невозможно признать было одно обособленное территориальное образование и не признать другое. Это как бы означало следующее, что ну вот вы на Южную Осетию напали, и мы признали их правосубъектность. Значит, вот теперь нападайте на Абхазию, и тогда мы их тоже признаем. То есть был план нападения на Абхазию, на ваш взгляд? Я в этом абсолютно уверен. Более того, значит, Южная Осетия – это такое слабое звено. Маленькое, с небольшим населением, может быть, менее устойчивое. Давайте попробуем силы там. А если прокатит, ну тогда попробуем восстановить, так сказать, конституционный правопорядок на территории Абхазии. Не прокатило. И вот это фатальная ошибка. Знаете, Дмитрий Анатольевич, дети, они обычно спрямляют вопросы, и вот вопрос от моего сына. У вас детское восприятие жизни? У меня абсолютно детское восприятие жизни, чем и горжусь. Вы счастливый, кстати, человек. Да, в этом смысле, да. Скажите, пожалуйста, я, конечно, упрощу, но вы в рамках этого, вы гордитесь тем, что вы сделали в августе 2008 года, или вы стыдитесь, или вам больно? Вот как вы свою эмоцию по прошествии трех лет, тогда понятно, по прошествии трех лет. Я попробую выразить, не знаю, на детском языке, но попробую. Я скажу так. Мне больно от того, что произошло тогда, до сих пор. Но я считаю, что и решение о применении силы, и последующее признание двух этих территорий в качестве субъектов международного права было абсолютно правильным. И в этом смысле я считаю, что я действовал в рамках Конституции, и за свои поступки мне не только не стыдно, я считаю, что это были правомерные, разумные, необходимые решения. Как последствия этого, может быть, последняя тема. Смотрите, недавно был опрос в ЦОМ или ФОМ, не вспомню. 39% россиян считают, что возможна новая война между Россией и Грузией.
В Грузии, вот, я не знаю, опасаются. Как. И сколько, кстати? В Грузии. А, опросов не проводили, а, такого рода опасаются ли люди войны второй, но однозначно чувствуется, что эта тема не теряет актуальность. Причем с момента окончания войны. С момента окончания войны все время, постоянно в Грузии обсуждают возможность, вероятность второй войны с Россией. Причем, знаете, что интересно, вот я неделю был в Грузии, не только на уровне политиков, политики там ведут политику. На уровне таксистов. На уровне таксистов. Ну, понятно, на уровне, маленькая бытовой. Страна, конечно. Угу. Что вот. Вы грузинскому народу могли бы сказать по этому поводу? Я считаю, что это было бы очень правильно в завершении интервью сделать. Знаете, ну, во-первых, я очень надеюсь на то, что между нашими странами никогда никаких конфликтов больше не будет. Даже в период пребывания у власти господина Саакашвили, потому что он получил хороший урок, это первое. Второе. Значит, самое главное, чтобы мы вот эту печальную страницу, перевернув, помнили о том, что произошло, но смотрели в будущее. Чтобы мы восстановили те огромные связи, которые существовали между русским народом и жителями России и грузинским народом. Чтобы мы восстановили добрососедские человеческие контакты в полном объеме. Они и сейчас есть. И вы как раз пример такого рода контактов. Вы живете, бываете и здесь, и там. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы они были восстановлены в полном объеме. И мне бы очень хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее. Это не просто выгодно для двух стран. Это, если хотите, ну, зов сердца такой. Я говорю предельно искренне. Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее. И если мы будем трудиться для этого, то мы сможем эту задачу решить. Но здесь не все зависит от России. Спасибо большое. Спасибо. Вам большое спасибо.